Одна з галоўных культурных падзей адыходзячага года прайшла ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Фінал конкурсу «Місіс. Гомельская вобласць 2019» сабраў на сцэне 12 прыгожых і харызматычных жонак і матуль. Каму дасталася карона пераможцы, ведае наш корэспандэнт Ганна Каральчук. Яны рыхтаваліся да гэтага дня полтора месяца. 12 фіналістак ва ўзросце 25 до 42 гадоў прыязджалі ў Гомель на рэпетыцыі з розных куткоў Гомельшчыны. Калінкавічаў, Светлагорска, Рахачова, Жлобіна і Мазырскага района. У кожнай з іх свае мары. Нарадзіць двайнят або ўсынавіць дзіця, пабудаваць вялікі дом або жыць каля мора, стварыць дабрачынны фонд або сацыяльны праект і, безумоўна, стаць місіс Гомельская вобласць. Это моя, скажем так, была маленькая мечта давно, я хотела участвовать. Мне это интересно, я человек сцены. В школьные годы я и танцевала, и пела, поэтому для меня это очень актуально. Это первый мой опыт, поэтому мне вдвойне интересно, это что-то новое для меня. Все девочки очень дружелюбные, приятные, и каждая достойна победы, я считаю, на мой взгляд. У каждой свой опыт семейной жизни, карьерной. Дефілей, хореография, фотосессия и здымки социального видеоролика. Месяц подрыхтовки допомог жанчынам раскрыться по-новому. Кожная удельница імкнулася переодолеть страх и по максимуму показать свои здольности. Однако для некоторых за их подобное выпробование было не упершиню. Я становилась в 2017 году победительницей «Миссис Светлогорск». Вот, почему сюда решила участвовать? Также хотелось бы немножечко, ну, уже города, как говорится, тесновато, хочется расширять свое пространство, возможности. Вот, ну, вообще показать большинству, что все-таки можно быть... Я многодетная мама, у меня 3 дочки, что все-таки надо находить время для себя, уделять его себе, вести активный образ жизни и как-то добавить красок в свои серые все-таки будни. Организаторы постарались перетворить шоу в семейное свято. Яго мэта – пропаганда семейных каштоўнасцяў, ідэалаў міру, добра и прыгажосці, а таксама прэстыжу мацярынства. Этим конкурсом мы хотели всем рассказать, что мама – это не просто женщина, которая сегодня, так скажем банально, это домохозяйка или человек, который там варит борщи. Сегодня это прекрасная женщина, она всесторонне развита, она и мать, и хозяйка, и потрясающая супруга. И вот сегодня вот это шоу всем будет и примером. Апошняя дефиле – зимовая. Финалистки прошли у белых сукенках. И еще раз доказали глядачам и журы, что жанчына у семьи повинна чувать себе прихожуней. По выниках конкурсу приз глядацких симпатий отримала Ганна Бондаренко из Мазырского района. Другой вице-миссис стала Александра Тарасевич с Гомеля. Первая вице-миссис – Ганна Храпатая со Светлогорска. Титул «Миссис Гомельская область 2019» и корону переможца отримала удельница под номером 5, гамельчанка Вера Пилипчук. Я очень рада, конечно, честно, каждая девочка действительно достойна этого звания, потому что все очень красивые, все мамы. Конечно, я очень рада, это непередаваемое ощущение, просто нет слов. Спасибо большое за доверие. Хочу поблагодарить большое модельное агентство «Хрустальные нимфы» за оказанную помощь в организации этого праздника, своих родителей, свою семью, своих болельщиков, кто за меня болел. Спасибо большое, мне очень приятно, и это действительно очень ценно. 32-гадовая маці выхоўвае 4 дачок і ў наступным годзе выйдзе з дэкрэта працаваць інжынерам-тэхнолагам на кандытарскай фабрыцы «Спартак». Ганна Каральчук, Ігор Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель».